Сегодня мы разгоняем трактор до скорости 280 км в час. Сперва снимаем сцепление мозга с реальностью. Врубаем форсаж языка до 3000 оборотов. На такой скорости главное не вылететь из кресла! А как за него держаться? Пальцы-то уже посидевшие на руле! И тут на помощь приходят булочки! Вот вы видели в Макдональдсе, как они булочку режут пополам? Нас этому учить не нужно! У нас и так от рождения у всех по две полубулки! Вот ими за кресло и цепляются! Сегодня я научу вас бороться с детской жадностью. Иди сюда! Дочка, что ты сегодня делала? Я весь день играла с ракетой! Моя ж ты умница! А не хочешь поделиться своей игрушкой с другими девочками? Хочу! С американскими детьми! А она до них долетит? Должна! Иначе папочка расстреляет тех, кто ее сделал! Сегодня мы будем наносить демократический грим на уже не молодое автократическое лицо. Процедура непростая. И хорошо, что ее надо делать теперь всего раз в 7 лет. Сначала легкое припудривание мозгов. Потом добавляем подставных кандидатов. Чуть-чуть, пунктиром, по 2-3%. Последний штрих. Подводим. Итоги голосования. И вот оно, истинное лицо восточной демократии. Вуаля! Упс, чуть-чуть с гримом переборщил. Воу-воу-воу! Подписывайтесь на этот потрясающий, фантастический канал! Вот мы уже всей страной подписались, а те, кто не поставил тут хотя бы одного лайка, сразу расстреляли! Потрясающе! Ха-ха-ха! Фантастика!